Это вот так достигается разрушение коллективов, даже хороших единомышленников, когда туда внедряется вот такое, так сказать, и помимо вашего желания, если уж не мина засаживает, то сеет, а вообще это мина, засаживает сомнения. То есть одному шепнул одно, другому другое, посеял рознь. И если человек слаб, ты относишься к этому серьезно, ко всем этим слухам и так далее, это позволяет разрушать.